Молодые, полные надежд и мечтаний. По всей России учащиеся 11 классов отмечают выпускные. С этим важным событием ребят 28-й школы поздравил глава округа Владимир Ружицкий. На торжестве побывала и наша съемочная группа. Волнение, трепет и предвкушение судьбоносных событий. Для Миланы Кардановой этот день запомнится на всю жизнь. Все свое свободное время девочка занималась подготовкой к выпускному и тщательно продумывала образ. В таком виде я не появлялась в школе, то есть я была обыкновенная девочка, не красилась, не укладывалась и больше думала об учебе. И когда ты приходишь сюда вот такой красивой, но уже взрослый, и приходишь за красным аттестатом, это тоже очень волнительно. Волнуются не только дети и их родители, но и педагоги. Для них это первый выпускной в этой школе. Учебное заведение новое, школе всего 2 года. Но за это время учащиеся показали хорошие результаты. 50% учеников – хорошисты. Вас ждет увлекательная, интересная, очень ответственная жизнь. Мы вам желаем всех жизненных благ. И хотелось бы пожелать, чтобы вы синюю птицу каждый свою поймали и на протяжении всей жизни держали ее за хвост и никогда не отпускали. Присоединился к поздравлениям и глава округа Владимир Ружицкий. Вместе с директором школы он вручил выпускникам долгожданные аттестаты. Первоначально вы понимаете, что надо получить профессию, это очень важно. А впоследствии все получится. Кто-то устроится в Москве, даю себе отчет, кто-то уйдет даже подальше, а кто-то найдет работу в Люберцах. Поэтому мы вас здесь ждем, потому что нам нужны специалисты во всех сферах. Большинство выпускников уже определились с выбором учебного заведения. Помимо московских вузов, многие предпочитают продолжить обучение в округе. В приоритете такие вузы, как Гуманитарно-социальная академия, РГСУ и Российская таможенная академия. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.